Известный бизнесмен потратил миллионы на свадьбу дочери. Михаил Гуцериев обладает состоянием в несколько миллиардов долларов. 5 лет назад он устроил грандиозную свадьбу для сына Саида. Не менее помпезный праздник прошел на днях в шикарном ресторане «Софиса». Бизнесмен отдал замуж дочь Софию. Известно, что только на организацию ушло около 10 миллионов рублей. Огромный зал с мраморными колоннами и богатейшим убранством вместил более 600 гостей. В их числе были не только приближенные к семье миллиардера, но и многочисленные звезды. Для молодых пели Аня Лорак, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Стас Михайлов. Платье невесты от известного ливанского модельера обошлось почти в 100 миллионов рублей. А когда вы в последний раз были на свадьбе?